кое-кто будет говорить мне «да». А давайте всем расскажем, кто же это будет. Кто будет говорить «да»? Нам туда. Туда? Ну, пошли. Мам, нет, тебе туда нельзя. Если выйдет на 2000, вы когда-нибудь видели 2000 за мармелад? Мама, а вариант, чтобы он мне купил новый телефон, думаешь, скажет «да»? Раскричались, что вам надо? У нас есть к тебе дело. Какое? Мы хотим проверить твоего жениха на прочность. Пусть он Николь говорит 24 часа «да». Да, слушайте, да. Это неплохая идея, потому что Николь — это очень важный, да, человек в моей жизни. Поэтому мы пойдем проверять. 360. Хорошо, давай теперь пошли в Аркадию и скажем ему об этом. Погнали. Всем привет, и вы попали на мой канал «Мисс Николь». И сегодня долгожданное видео, которое мы все так хотели. Кое-кто будет говорить мне «да». А давайте всем расскажем, кто же это будет. Кто будет говорить «да»? Да, знакомьтесь, этого молодого человека зовут Андрей. И сегодня он будет говорить Николь «да». Ты ведь согласен? Челлендж уже начинается, ты должен говорить первое слово. Я не согласен, но у меня есть выбор. Нет выбора, нет, поэтому... Давайте попробуем. Давайте попробуем. Пошли. Стой. А вот мое первое задание. Я хочу мороженое. Хорошо, что такое? Да. Конечно, да. Вариантов других у него просто нет. Нам нужно самое-самое крутое, смешать цвета, там самое фееричное. Ребят, ну такого гигантского мороженого я еще никогда не видела. Идем дальше? Да. Я еще кое-что придумала. Да, туда? Ну, пошли. Мам, нет, тебе туда нельзя. В смысле нельзя? Ну хорошо, я постою. Николь, что это? Ты обалдела! Николь, ты знаешь, что я тебе не разрешаю. Да, я тебе не сказала, да. Но я-то тебе не разрешаю. Мам, это не твой челлендж. А, ну понятно. И вот так ты будешь ходить, реально? Ребята, как вы думаете, сколько сантиметров это, чтобы... А я знаю. Напишите, 10. Пожалуйста, в комментариях. Я так думаю. Это узнать. 10? Да. Ого, ничего себе. Я так понимаю, мы идем дальше? Да. Нам туда. Здравствуйте, можно, пожалуйста, самый большой пакет нам? Мы сейчас будем... Грибай, главное, что у вас хватило. Еще туда. Николь, так тебе еще никто не комментировал, да? Стой! Жми. Все, хватит, я хочу много еще чего. Давай. Ого, нифига. А если выйдет на две? Если выйдет на 2000, вы когда-нибудь видели 2000 за мармеладки? 2000 гривен, чтобы вы поняли, это $80. В рублях не могу перевести, но... Покажи, что там... Ой, уже почти 1/4 пакета. Смотри, это же Валера! Это Валера! Нет, вот красный, это Валера. Давайте, кто знает Валеру, мы ставим на лайк. И что? Делаем. И подписываемся на канал. Все, мне кажется, здесь... Это тяжелая. Давай дальше. Еще. Ностальгия какая. Слушайте, мы можем еще потом сделать, знаете что? Помните, мы делали челлендж, когда вы угадывали вкусы? Да, можем. Вы представляете, посмотрите, что там вообще происходит. Но это нереально, но это уже очень-очень тяжело. Мы не съедим 100%. Не съедим, поэтому можем челлендж сделать. Кто за челлендж, обязательно пишем в комментариях и ставим лайкосики.
Канал без остановки, давай. Давай. Как скажешь. Андрей, что ты такое творишь? Давай, стой, давай вот это. Вы вообще понимаете, сколько там всего? Я просто в шоке. У меня уже рука не снимается. Мы потом это должны переложить и показать вам на столе, сколько это. В конце видео мы обязательно этого сделаем. В конце видео обязательно ждите, не переключайтесь, смотрите до конца, и мы вам покажем, сколько сладостей мы таки набрали. Окей, хорошо. Так, Андрей разошелся, смотрите, у нас кило 995, то есть почти 2 килограмма, и Андрей сказал, надо добить до 2 килограмм. 2 килограмма мармелада, это просто что-то невероятное. Мы тут разорили весь, хотя что тут разоришь, смотрите, сколько им всего. Все, 2 килограмма есть. Немножко перебрали, но... 1217 Есть анкеты, если заполните, то на день рождения будет 250 грамм мармелада в подарок. Угу. На день рождения будет после этого пакета тошнить. Выкладывайте. Я хочу. А Женя уже ест. Николь, ты вообще когда-то в своей жизни... Чек, да, мы честно пробили. 1222 гривны за мармелад. Ребята... Короче, у меня есть такое предложение. Если вдруг с тобой сегодня целый день будут подходить фотографироваться, мы будем раздавать эти сладости, да? Договорились? Погнали! У нас еще много планов. Николь, а ты что-то готовишь, да, интересненько? Это только начало. Это только начало. Ты не радуйся, Андрей, ты не радуйся. Все будет очень печально в конце. Не надо потратить на этого ребенка много-много денег. Первая девчоночка, которая к нам подошла сфоткаться, выбирает жилетку, сказано, сделано. И какие-то градусы даже новый телефон, думаешь, скажет да? Николь, ну давай попробуем. Вот ты хитрюга, ну давай. Андрей. Что? Ты купишь мне новый телефон? Какой? 12. Мне 12 лет. Нет, нельзя, говорит. Это такой челлендж, понимаешь? Николь, ну... Мы тебя штрафуем. Вот этот? Да. Ну что, берем? Все, я хочу чехол попыть. Ну давай попробуем. Да ладно, да ладно, да. Вот это тебе повезло. А давай, давай сейчас будем разбирать. А вот это тебе два телефона, как-то. Там пошел сильный дождь, и мы с Женей захотели купаться. И он, конечно же, сказал «да».
Ребят, как я и обещала, я вам сейчас покажу, сколько сладостей у нас осталось, потому что мы некоторые раздавали, некоторые мы кушали, и та-дам-та-дам-та-дам! Вы вообще когда-нибудь видели столько сладостей? Слушай, не телефон. Это обалденный, крутой рецепт. Николе очень-очень понравился. Жене очень понравились сладости, которые... Мне не очень понравилось, конечно. Андрей, нам же все не очень понравилось. А мы передаем приветы. Агния Джимнаст, Локи Настя, Виктория Прутченко, Криат Тока, Даша Филатова. Привет, а всем пока-пока, подписывайтесь на канал. Мне есть Николь, на Жека Бурво, на Андрей. На Андрея Бурво. Пока-пока. Чао. Чао, какао. Так, идем быстрее все сдавать. Идем все сдавать быстрее, чтобы вы были. Конфеты мы оставим, ссылка в описании. Ну, там. Что мы оставим? Конфеты будут лежать. Ну, будем продавать конфеты? Ну, вот после отделения 116, конфеты там. И, типа, все туда придут, и мы будем...